праздник – это реально гордость нашего университета. Меня зовут Данил. Я пришел на мероприятие посмотреть, как из шестого общежития будут сбрасывать технику. Мы выбрасываем старую технику, так как мы можем сами создать новую технику. В 2016 году у нас был рекорд, более 500 единиц техники выбросили. РТФ, радиотехнический тусур, без дня радио это не тусур. День радио – наш профессиональный праздник. Даже не то, чтобы профессиональный, он у нас в крови. РТФ – это большая семья. Мы должны жить этой семьей, мы должны чтить традиции. Многие, выбрав себе родиной или альма-матер ТУСУР, навсегда связали и свою деятельность с радио. И радио сегодня, ведь это не только передача и передатчик. Это и интеллект, это и безопасность, это и электроника, это и логистика, это и экономика, это и гуманитарная составляющая. То есть день радио для ТУСУРа – это сквозная технология. Поэтому в этот день все факультеты празднуют наш любимый и очень важный и значимый для страны, для мира и, конечно, для нашего университета праздник –